Доброго, очень доброго всем вечера. После такого он, конечно, будет особенно добрый. Сегодня мы возвращаемся к чтению старых номеров «Страны игр», ну, скорее, к листанию. Я их не читал, я не знаю, чего ожидать. Тут, если за что зацепится глаз, прочтем. Если вы скажете, что вы помните какой-то отсюда особенно интересный текст, прочтем. Вот, так, чатик сейчас еще надо вернуть, вот. Чатик был в ужасе от картинки. Я тоже. Музыка это контр-хардкор, да? Один из финальных боссов. Так вот, что мы делаем? Да, мы читаем страну игр я не знаю, активировалась ли у вас эта фигня, но я... Так. Я открыл, короче, чертов Streamlabs. Мы будем заказную музыку слушать. Единственное, ну я очень надеюсь, что вы не будете ставить, во-первых, мне ничего русского, я не смогу с этим. Мне и так, короче, жить тяжело. Во-вторых, постарайтесь не ставить японского рока, попсы, вот таких вещей, потому что за них банят. Меня на Ютубе уже запретили на 3 месяца стримы за то, что я фури-кури туда хуйнул. Причем запретил King Records, по-моему, так это называлось. Так что я даже не знаю, меня за аниме или просто за музыку убили. В любом случае, давайте... Один из стримов Fallout раньше меня тоже выпилили, потому что там был трек, записанный на японском лейбле. Короче, да, давайте без русского и без японского. Со старых времен у меня еще тут что-то осталось. Я сейчас попробую это запустить. Так, громкость. Ну, вроде нормально, фоном идет. Да. Да, давайте смотреть. Мы остановились. Это номер 1-10. Короче, один из последних номеров за 97-й год. Tomb Raider 2 и вовсю. Безумный выбор железа в магазинах Гейм на 2 Арбатах сразу. Ах. Аналоговый... Блин, вот это да. Я таких, кстати, даже не видел никогда с вогнутыми аналогами. Но меня всегда очень забавляет то, что, да, в описании аналоговых контроллеров обязательно говорили про скорость управления. Как будто реально какая-то скорость была. Не переходил я на аналоги, пока меня не вынудили. Играл во все игры, где можно было играть крестовины, я играл крестовины. К счастью, во многих это было доступно. Я даже не помню, какая игра первая меня прям очень сильно... Kingdom Hearts, может быть, меня заставила на аналог ходить, мне было очень плохо, и я бросил ее за это. А, тише нужно, это... Ну ладно, я сделаю это здесь. Чуть-чуть тише, вот, да. Я подумал, что наоборот было не слышно. Я сделал качество лучше, потому что я понял, что если мы стримим текст, а прошлый стрим был, я что-то уже забыл. А, FF14, где тоже текст маленький. Вот, я решил повысить качество, чтобы можно было текст читать. Я понимаю, что когда и так текст мелкий, в 720p его, наверное, прочесть будет, ну, некомфортно. Поэтому скажите, как вам 1080p, я надеюсь, что вам норм. И, в общем, главное, что я хочу сказать, это вы посмотрите. Вот мы все это время люди шутили про Доку 2. Но на самом деле Дока это разработчик и издатель, он ЗАО Дока Медиа. Разработчик и издатель «Вьюги в пустыне». Звучит примерно как «Война в Сирии». К 4-летию стримов 1080p.
Но раньше я просто помню, люди жаловались на качество, там нельзя было выбирать качество, то есть 720-то были по фрейм. Я, кстати, не повысил этот, как его зовут, битрейт. Надо будет, наверное, мне поменять, потому что 3000 на 1080, очевидно, маловато. Ну, в общем, мне нравится, что этот редактор, он не осмелился подписаться после того, как написал ебаное «За Родину, за Сталина» и «Русские идут» и так далее. Стыдно под таким подписываться. И если мы посмотрим на те игры, которые с помощью которых русские идут, то, в общем-то, да, «Русская рулетка 2», «Вьюга в пустыне», «Бородино», «Братья-пилоты», «Аллоды». Ну окей, вот «Аллоды», «Вангеры», «Пилоты», и они вроде бы все-таки, ну, не зашквар, и вроде бы они чем-то прославились хорошим. Я, конечно же, ни во что не играл. Ну и ладно. «Всеслав Чародей», я правильно понимаю, что это какой-то мем, и игра не вышла, да? Вы вроде бы мне объясняли об этом раньше, но для меня эти слова просто ничего не значат. Так, извините, подождите, что? А, игромания — это магазин. Вот. Я что-то сейчас сел такой и думаю, а это вообще нормально? Я думал, что игромания в конце 97-го уже была. То есть... What is this? О, реклама еще, «Всеслав Чародей». Детально проработанные персонажи консультанта исторического музея. Ма! Лучше консультанты исторического музея — это лучшие персонажи. Блин, когда я прочел «Максис отменяет планы по диверсификации», вы знаете, как в контексте сегодняшнего дня это читается? Я подумал, вот это да, вот это лихие 90-е, короче, у них был, значит, диверсити, они его отменили. Оказывается, что они просто свой игровой каталог выкинули. Ну что ж. Лучший скриншот вот этот, где Лара, по-моему, в Йети влетает. Она, по-моему, его просто головой прошибает. Ну, ну что ж, интервью. А с кем? Подождите, где... Слушайте, то есть тут реально тут... Или я... Не, наверное, что-то идет не по порядку. Какая-то страница. Как вообще понять, что я смотрю? Здесь явно это середина текста. Так, где привет-то? Слушайте, походу интервью оборвалось куда-то. Ну, то есть, блин, что за дела? То есть, мне очень интересно было, какие разработчики, да, с кем они говорили, какое вообще предисловие у этого интервью. Эх... Вот мне еще вот это очень нравится. Как понять, что у этого интервью есть какое-то западло? Как понять, что интервью, ну, в общем-то, скорее всего, проводили не русские? Изменился ли шаг игры? Ни один, блядь, русский человек никогда не... Ну, не напишет такое. Это не русский вопрос.
У меня ощущение такое, что просто это спизжено чье-то интервью. Ну, то есть, может быть, за него заплатили, может быть, не украли, но это очевидно пейсинг, да. Это пейсинг, который очень плохо переводится на русский. Но и вот это моментальное палево, это вопрос, изменился ли шаг игры. Это просто... да. Вот эта фраза очень забавная. В ТР-2 можно повторно посетить те помещения, которые пропустили до этого. Нет. Нет, это неправда. Чтобы не говорили, слитно написано. Ну что ж такое. В арсенале Tomb Raider 2 все основные 3D cards, так как они входят в DirectX Drivers. Вы понимаете? 3D cards входят в DirectX Drivers. Ох, ладно. Кто играет Лару, без понятия. Вот мне интересно, что это за разработчики, которые не могут ответить на главный вопрос игры? То есть... Tomb Raider 2 вышла в декабре, журнал ноябрьский. Ну, понятно, что он там может быть готовится за месяц-два, но к этому времени у разработчиков должно быть ну вообще все. Включая, естественно, и озвучку, и захват движения, и так далее. Это... что тут еще есть интересного? Вот это мне нравится, вот это лучший вопрос. Это просто, просто замечательно. Как улучшены транспортные средства? В Tomb Raider 1 не было транспортных средств. Они появились в Tomb Raider 2, и это одна из самых больших недостатков игры. Это один из самых больших недостатков игры. Ну, то есть, ну, здрасте, до свидания. Вот мы возвращаемся. Я помню, что это уже было. И это корежит меня каждый раз. Это ну просто. Господи, я в игровой прессе такого не помню больше никогда и нигде. Вы можете мне скажите мне, пожалуйста, вот знаете ли вы другие такие кейсы, где наполовину полосы идет очень самодовольная фотография ее автора. И это там, знаете, не слово редактора, там ничего такого. Это материал, как выбрать 3D-акселератор. Ну, то есть, типа такой серьезный разбор важнейшего вопроса для конца 90-х. Как вот, я не знаю, как вот на это мне не реагировать негативно. Овчинников до сих пор игражур? Нет. Я не знаю, кто сейчас игражур. Но Сергей Овчинников, по-моему, там была история такая, что он был главредом, и он проебал сотый номер, юбилейный, крутой должен быть. У него что-то пошло не так. Я даже не видел сотый номер. Я просто пересказываю это из того, что я слышал. И, по-моему, его уволили. И после этого он пошел в софт-клаб, и я его уже знаю как главного там по... маркетингу, по-моему, в софт-клабе. Мы с ним там, не знаю, ездили в Лондон на GTA 4, он меня возил. Вот. Ну вот, блин. Выпуск был? Угу. До 13-го выпуска? А там нет 13-го выпуска. Вот. Ну... А, да, вот это, я помню, я с этого орал, да. Кстати, блин, это Шогу сейчас был? А, это мехи от Сьерра. Ну окей, я как бы все равно особо ничего читать не хотел, но я хотел поговорить об этом. Потому что мне кажется, это очень странно, и это ничем не оправдано. Свою фотографию фигарить вот так вот на всю полосу.
Diablo Hellfire, да. Ладно, давайте, что у нас дальше? Ну-ка, что это такое? А, да, с обложкой FF7, да, хорошо. 20.00, 20 рублей. Стоп, нет, какой 20 рублей? Это не 20 рублей, это что-то вообще не то. Это же 97-й год, тогда все были миллионерами. А да, вот это жуткая социальная реклама про купите девочке тамагочика, или она будет ебаться. Реклама очень любопытная, конечно. Так, а давайте 100% и как с вами бороться. Типа того. Ладно, можно даже еще больше, наверное. Наверное, так будет хорошо. Я не помню, читали это мы или нет, но в любом случае я проматываю все довольно быстро. Воу-воу-воу. Квейк, сделанный с любовью, а такое бывает? Что? А, это Син! Вот невозможно! Это замечательная верстка, где я думаю, что это какой-то фон, какая-то просто кто-то плюнул на страницу и размазал, а вот это заголовок. Оказывается, что это Син, это Quake, сделанный с любовью. Да, превью Сина интересно, особенно с учетом того, что с тех пор я в этот Син поиграл. Итак, казалось бы, это говно Doom покорился свет, ну то есть надо пить на слове Doom. Значит, прошелся страшный серо-зеленый Quake. Так, окей, что же дальше? Наверное, давайте примем, что это японская песня, и давайте попробуем не наступать на эти грабли. Рекролл, кто-то кашляет на фоне рекролла. Наверное, так делать не стоит. Даже рекролл не получился. Ну, то есть, да, Doom, Quake, Wolf Doom. Угу. Quake. Син. Со второй полосы мы закончили, значит, с прелюдией. И можно перейти к непосредственно тексту про игру. Значит, Син — это, конечно, не Super Mario. Ни разу Tomb Raider не смотрели? Подождите, нет, вот тут было. Про Tomb Raider было то, что старый добрый спецназовец теперь с боевой подругой по имени Лара. Так что совершенно неоправданная Лара Крофт из ниоткуда здесь тоже есть. Но программирование — это вам не банка с огурцами. И да, Син не Марио, слишком уж радужных цветов вам не увидеть. Супер Марио 76. Радужные цвета. Что тут у нас? Да, и разработчики именитые сделали... Основной упор, ритуал сделали на играбельности, сбалансированности, графическом оформлении. Про играбельность есть вопросы. Интересно, остальные шутеры вот не делали упор на играбельности? Тот же Doom, трижды его так. Тот же Tomb Raider. Теперь, оказавшись на наклонной плоскости, игрок не будет постепенно скатываться вниз. Обращаюсь к экспертам, кстати. А где такое было? Где герой скатывался вниз по наклонной поверхности? Я не помню такого в Quake. Я, конечно, никогда не останавливался там на наклонных поверхностях, но... Так. Каждый объект связан с другими предметами, взаимодействует физические силы. Если связь с другими объектами рушится, то отношение сил будет меняться, и объект
будет вести себя в соответствии с соотношением оставшихся воздействий. Вот занятно то, насколько это тогда было таким святым граалем, за которым все гонялись. Да, вот это максимальная реалистичность графики, максимальная реалистичность физики. Но на деле абсолютно же нигде такого нет. То есть я реально я не могу вспомнить ни одной игры, где вот это было бы правдой. Где весь мир был бы, а не какие-то отдельные там карточные домики были выстроены по этому принципу. Потому что мне кажется, если бы реально весь мир был выстроен по этому принципу, то он бы ломался моментально, особенно пушками. Пушки-то ломают все подряд. Во втором квейке по инерции с горки катишься. Ух ты! Но второй квейк-то на тот момент еще толком не вышел. Это все еще 97-й год, поэтому сложный вопрос. Blood, вот, ну, может быть, я вот не знаю. Я Blood не играл, но не хочу вас. Не особо хочу. Во время взрыва мост может разрушиться как угодно. О, 2019 год. Я жду того, чего мне пообещали в 97-м. Я жду эмерджентного геймплея, основанного на трушной физике. Вормс. Нет, Вормс так не работает. Скорее, знаете, вот в Scorched Earth. Вот в Scorched Earth это было, а вот черви как раз не об этом. Разноцветная освещенность. Окей. Ладно, короче, они все про графон. А где играбельность? Я не знаю, где играбельность. Нелинейный сюжет, да, можно сбить вывеску, и в следующем уровне она будет лежать. Ну, такое. Не знаю, я не убежден. Син, сюжетная линия, пусть она не так хорошо проработана, но достойна внимания, создает мотивацию. Ну, это примерно любая игра ever должна быть, ну ладно. Ну, что-то не знаю. В общем, так послушать, так это должен быть какой-то технический шедевр. А на самом деле... Вау! Слушайте, хипстеры за 40 баксов продаются в 97-м году. Вот через сколько лет это слово войдет во всеобщее употребление, я не знаю, но... Так, ладно, любители РПГ здесь должны орать громче меня, но, господи, как же смешно. Как же смешно. Так, ладно, чё, Red Faction есть об этом. Red Faction завезли к третьей части. Окей. Наследство Диабло. Давайте посмотрим, что нам обещают. Выход в апреле 98-го. Ну да, конечно. Из того, что у BioWare не получился Iron Throne и все переделали, это лишний раз подтверждает капризность компьютерного мира. Оказывается, было падение популярности Диабло. Вау. Да, латералус очень странный. Давайте перейдем дальше. Итак, город на побережье моря Меч. Baldur's Gate ближе к Ultima Online. Слушайте, вот
Блин, я такого не видел никогда, но вот эта верстка, это вышка. Я не представляю себе, что думал, замечательный алгоритм, который это сделал, но Балдурс. Это практически стопроцентный РПГ. А Диабло это псевдо-РПГ или Rogue. Класс. Реализована трехмерная местность в Baldur's Gate. Серьезно? То есть, ну, то есть это же вранье, да? Трехмерная местность в Baldur's Gate. И освещение в реальном времени в Baldur's. Ну, то есть, наверное, там были световые эффекты, но там же пререндеренные задники. Это ж, ну. Ладно. То есть Балдур тоже про то, как ты пылесосишь здоровые локации. Звучит скучно. Вроде правильно, журнальная верстка, равнение только по левой стороне. Ну как, не обязательно, как раз здесь видно, и во многих других журналах, я уверен, верстка просто заполнить всю строку, но там явно какой-то косяк прошел. Так, куда еще больше-то зумить? Блин, все уже размыто, очень странный скан. Дважды мне приходится зумить, у меня уже 200%, буквы все развалились. Ну, не знаю. Parasite Eve 2. А, не 2, а даже 1. Блин, я думал, что это. Да, я думал, что это Artist 2, но нет. Parasite Eve выход, да, 97-й, не выйдет на 97-м. Что же напишут про паразитку? Я помню, какая у меня была реакция на паразитку в Великом Драконе, поэтому я не готов пропускать этот текст. Что всегда было в творениях от Square, так это особый психологизм, заставляющий игрока сопереживать героям. Да. Особый психологизм. В основе Parasite Eve история, написанная довольно известным в Японии фантастом, это ложь. Стоит лишь одной клетке Евы попасть в организм к животному или человеку, как начнется мутация. Мне нравится, как это полностью перевирает вообще всю суть сюжета игры, который основывался на том, что в нас митохондрии были все время, что это неотделимые от организма человека, в общем-то, части его клеток, и
что они работают на субклеточном уровне, и, ну, в общем-то, да. Да, блин, ладно, погоди, разве мы это читали? Я не помню, я в восторге от этого всего. Графика станет четче, ведь она нарисована в таком-то разрешении. Ух. Ладно, конечно, надо больше рецензии смотреть. Я все время... агрюсь на превьюхи, которые врут постоянно, да, но, наверное, надо делать больше про... Что за отспро... Я, честно говоря, даже не могу понять... Блин, посмотрите на этого босса. Это вот это что такое? Что это? Это похоже на какого-то... Блин, я даже не знаю. На марсианина какого-то. What is this? Такого в игре, по-моему, нет. Так, а теперь у нас оно уехало назад на нормальное разрешение. Реклама отвратительная. EverQuest. По-моему, EverQuest же был топовой RPG-шкой онлайновой до того, как вышел WoW, да? Всеслав Чародей. Пусть Всеслав Чародей встанет. Классное использование Лорда Бритиша для рекламы того, что не имеет к нему никакого отношения. Да, кажется, мы с вами обсуждали Дайкатану, которая выходила весной 98-го. Да, теперь припоминаем. Ужасное было время, конечно. Дремучее время, тяжелое. И это все, это же все превьюхи, да? Походу просто журнал такой огромный, что еще большую часть занимают превью. Я понял, что это мне напоминает. Я понял, что мне напоминает это все. Это мне напоминает YouTube тамнейлы. То есть, вот я говорю про эту ситуацию, когда автор на страницу с каким-то текстом об игре или о видеокартах или о чем-то еще очень крупно ставит свою физиономию. И ты вот так же недоумевающе смотришь на него и как бы типа, но зачем? Даже в Великом Драконе это было обставлено, ну, гораздо лучше, чем здесь. И тут я понял, что YouTube тамнейлы, они же так и работают, да? YouTube тамнейлы это о чем бы ни был ролик, надо обязательно какого-нибудь еблого автора поставить на обложку, типа вот такого, да? Иначе, наверное, люди не кликнут. Возможно, здесь примерно тем же руководствовались, я не знаю. Решено ее тоже сделать красивой, интересной и захватывающей. То, что она красивая, это гарантируется тем, что она выходит на Nintendo 64. Ну, а... Со всем остальным разработчик и издатель Титюс сделает все, что нужно. Класс. Мне нравится вот это вот. Размер уровней сильно увеличен. По сравнению с чем? Сравнивать ведь абсолютно не с чем.
Особое внимание разработчики уделяют искусственному интеллекту, ставшему по-настоящему умным. Да, я читал про монстры садятся в автомобиль. Блин, я не могу, я перечитываю. Это великолепно. Я смаковать каждое предложение просто на этом. Это просто замечательно. Фогейму с этим проблемой каждое видео на нему укрепляющийся ебло Макаренко. Ну так я вот уверен, что у этого... Ну что это абсолютно везде. Просто везде. Практически любой YouTube thumbnail — это чье-то укрепляющееся ебло. И мне кажется это отвратительным, и мне очень... Ну, мне не хочется на такое кликать, и меня удручает то, что вот такое дерьмо собирает какое-то рекордное количество кликов. Да, я вот теперь я вспоминаю вот эту фразу, то, что нашел плюс Mortal Kombat Mythology Sub-Zero — это продукт, призванный наилучшим образом оттенить достоинство Mortal Kombat 4 будущего. То есть это игра без каких-либо плюсов, ей все равно ставят 6. То есть, is this some kind of April Fool's joke, да? И это 6 баллов. Совершенно непонятно, в общем, как это вообще... Какой логикой руководствовались люди? Это все писавшие и ставившие такие оценки, но... Ладно. Вспомнили, чем закончился 97-й, давайте переходить к 98-му. Да, именно так, как мобильные игры с орущими мужиками. Все верно. Ну просто здесь еще, да, ну как бы сам создатель этого ролика, он знает, о чем этот ролик. И, ну то есть, блин, почему люди, неужели люди не кликнут на хороший какой-то нормальный thumbnail? Неужели им нужно для этого обязательно... Смотрите-ка, по-моему, тут... Да, тут, по-моему, нет ни одного человека, фотографии которых мы видели в обзорах. Но я так понимаю, что это Агарунов. Совершенно неузнаваемый. Прям удивительно. Этот человек очень сильно похож на Разумкина. По-моему. Но тоже узнать невозможно. А этот, я забыл, Леонид. Леонид, кажется, фамилию забыл. Итак, ладно, новости давайте скипать. Хотя М2 жива, по-моему, что-то уже... По-моему, мы это еще не читали, так что да, наверное, этого не было. Я бы слишком удивился Агарунову, я думаю. Хранитель подземелья, да, Мулиньо. Что он у нас? Что он тут у нас? Как тебе в голову могла прийти идея Populous? Ну, такое. РПГ «Возвращение любимого жанра». Наверное, это Всеслав Чародей. А, нет. Анахронокс. Deep Six. Буквально кто? О, Mother 3. Да, очень смешно. Андрудский, да, спасибо большое, что вы помните. Я вот помню, что на А, но не помню, как дальше. FF7 технологически совершенный RPG, выход сентябрь 97-го, середина 98-го для ПК. Да, переезжает на компьютеры. Игра просто огромная, и вам потребуется много дней, чтобы пройти ее до конца.
Огромное количество монстров от безобидных на вид комариков. Комары в Final Fantasy VII 1.5 метра, если не 2, размером. Они выглядят максимально небезобидно, у них, по-моему, еще пасти зубастые. До шаров, способных размножаться во время боя. Вот тут мне особенно интересно. Это он про матрешек, что ли? Ну ладно. Final Fantasy просто культ цыплят. Замечательно. И вот, вот эта мне фраза тоже очень нравится, что бои реализованы в трехмерной графике, этот же движок используется на мировой карте. По-моему, вообще ничего общего нету визуально между боями и картой мира в FF7, кроме того, что и там 3D. А, и вот, вот это особенно, кстати, тоже очень весело, потому что, вот, типа, MIDI-музыка будет звучать гораздо лучше, чем на PlayStation. Я помню, как люди на ПК просто сходили с ума, потому что их MIDI-синтезаторы совершенно, совершенно не справлялись с тем, чтобы нормально воспроизвести эту музыку. Мадер котируешь? Ну, я не могу себя заставить в это играть. Для меня Earthbound, меня он утомил в самом начале. Это было в то время, когда у меня было какое-то запредельное количество терпения. Мне было лет 17, я его попробовал, и что-то не зашло. Мне все говорят, играй в Mother 3, но сейчас у меня вообще никакого терпения нет. Я старый и не хочу ничего терпеть. Я совершенно не верю, что какая-то JRPG старая достаточно сможет меня покорить. Итак, Final Fantasy Tactics. Вот видите, у них поросает ив даже первая. То есть вот я постоянно возмущаюсь сравнениями второй части с Резидентом, но про первую ведь все говорили, что это сплав RPG и экшена в стиле Резидента. Несмотря на то, что там была АТБ боевка прямиком из FF7. Блять, это описание сюжета FF Tactics, оно невероятно просто. Блять, смотрите, побеждает злобный демон, свергнувший вроде бы неплохого короля Явалиса. То есть ни одно из этих слов не является правдой. Так, ладно, это опять японское что-то. И там было написано Яронайка, я думал, что это будет веселее. Поэтому... 12 героев-рыцарей, которым покровительствуют стихии. Стихии знаков зодиака приходят в королевство, чтобы... развязать древний клубок противоречий в государстве. Ни одно из этих слов не является правдой. Я большего вран... Слушайте, да по-моему, даже Ханта врал меньше. Это два предложения, в которых, ну, буквально абсолютно все слова это вранье. Просто вау, вау. Короля что? Не, ну... Вообще, конечно, на начало FF Tactics в Ивалисе был король. Он просто ни разу не появлялся в кадре и очень быстро умер. Но не демон же его убил. Так, ну что тут? Что тут у нас?
Последний класс героев предпочитает в битвах не участвовать, а занимается только тем, что изобретает новые магические приемы. Вы знаете, вот как в Великом Драконе была эта рубрика «Фонтан фантазий». И люди-то писали, типа, вот мой геймдизайн, значит, там, я набросал диздок для игры «Путешествие рубля», да, сделайте кто-нибудь игру, там, Илья Ченцов же сделал, да, это известное дело, что по скетчу из «Великого дракона» он взял и сделал вот эту вот игру, что там, «Замок злого короля», я не помню, whatever. Мне очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь взял все вот это вот вранье, которое написано в превьюшках вот этих старых журналов, и сделал из этого игру, в которой это на самом деле было бы, потому что я не представляю себе, как в нормальную игровую механику тактической RPG впишется класс героев, который не участвует в битвах, а сидит и изобретает новые магические приемы. Тогда цитирует 8-й эпизод. Am I? Я вроде не говорил о том, что там, не знаю, любовь победит и так далее. Так. Так, ладно, астрология, окей. Поиск древних артефактов не является важнейшим элементом игры, но он там есть, ладно. Камни не увеличивают вашу силу. Окей. Сюжетная линия определяется вашими успехами или неуспехами на поле боя. Вот серьезно, блин, сделайте мне игру, в которой вот это все будет. Это звучит потрясающе. Извините, Quest for Glory это RPG? Я не буду это читать, но это же, ну, то есть, это же квест. Разве нет? Подождите секунду. А какой субтайтл был у 6-й части Might and Magic? Point and click с вариативностью из RPG-шности и классов. О, вот они что сделали. Ну окей, хорошо. Трехмерность будет вплетена в сам игровой процесс. Блять, как классно звучит, а? Можно мне вплести в игровой процесс, не знаю, короткую стрижку главного героя? Like, really... Так, панцир. Вместо стандартного вида сверху, перспектива от третьего лица. Вид сверху это от... Ладно. Вы реально сможете перемещать дракона? Нет. Ну, я бы не назвал перемещения в Panzer-Dragoon Saga реальными. Ты просто... У тебя там есть, там 8 уникальных позиций вокруг врага, и ты можешь просто вокруг него кружиться. Это нереальное перемещение. А, ну вот, то есть это была 6-я часть Mandate of Heaven, потому что у них было написано Might and Magic 7 Mandate of Heaven, и меня переклинило, потому что я был уверен, что это неправильно. Ну, значит, я верно помню. Необыкновенный сплав ролевушки и магической системы. Ага, окей. Цептера Кор, это та игра, которую... рекомендовали всем тем, кто хотел, типа, больше консольных RPG, но только чтобы на ПК. Очень, типа, псевдо-аниме вот это была, и что там, Судеки потом была. Две эти игры, которые все тогда грызли.
Я пытался ее начать, и мне стало очень скучно очень быстро. Главным недостатком Ultima Online является игра в интернет. Origin, видимо, и не подозревала, что такое огромное количество народа будет одновременно ломиться на параллельно подключенные серверы игры. В результате сервера... Сука. Отбрыкивают своих игроков примерно каждый час. Ну ладно, неплохая подборка RPG, хотя бы по количеству, и имена вроде громкие все есть, но написано, конечно, все очень грустно. Ух ты, смотрите, блин, у Доки есть логотип. Класс. Я же просил. Русские в Ultima Online, что это интервью? Но только не указано с кем, да? Наверняка кто-то до сих пор играет из русских, я имею в виду. Кажется, это надо читать. Кажется, это просто необходимо читать. Для большинства игроков Duke Nukem это чуть ли не самое крупное событие игровой индустрии за последнее время. Да, я нашел Pepsi Lime наконец-то, и мне она очень нравится. Duke Nukem Forever будет оригинален, сомнений не вызывает. Давайте попробуем считать то, что здесь окажется неправдой. Оригинален? Нет. Duke Nukem Forever, когда он вышел, он был настолько дефолтным, что даже ради вот геймплея в него играть было незачем. В чем причина популярности Duke Nukem? Где ответ-то? А вот. Развязность, нахальство, прикольность, разнообразные уровни, полная интерактивность и вызывающие плоские монстры. Интересно, а стриптизерш, он не называет вызывающие плоскими? Потому что они, конечно, спрайты, но плоское — это не то слово, которое ты будешь к ним применять. Да, не безликий герой, яркий герой в Duke Nukem, да, это очень хорошо. Разработчики сохранят его образ, ну так себе. Все узнали по картинкам графический движок Quake 2. Да, Quake 2. Закрыл на стриме 14. Да, конечно, с первой попытки классно все было, я стримил даже. Там, в принципе, все хорошо. Я в FF14 просто надеюсь, что они больше про Далмаску расскажут, и что эта линия из FF12 там будет вплетена в основной сюжет тоже. Так, ну сюжет, понятное дело, не сохранился до нас. Невиданный уровень интерактивности, непосредственное влияние на уровень самим главным героем. Структура уровней может изменяться самим игроком в процессе самой игры.
представьте себе такую ситуацию. Мост. Мосты, сука, разные. Только что мы читали про Син, что там мост может разломаться разными способами. Какой пример в Duke Nukem о интерактивности? Представьте себе мост. Только он, сука, разный. Маленький взрыв и от мостика жалкие остатки. Почему я не удивлен? То есть, они считают, что интерактивность уровней — это возможность взрывать те объекты, которые априори легко взорвать, и очевидно, что именно они будут взорваны. Окей. Так, и это все? Подождите, то есть столько бы наговорили про интерактивность уровней, и ты взрываешь мост, и тебе приходится перебираться без него. И ты сможешь использовать объекты. Но это можно было делать еще в Duke Nukem 3D, там в бильярд поиграть, в стриптизер, что же. Сим тоже на движке Q2? Ну, окей. Впервые в Duke Nukem 3D действие реально происходило не только в помещениях, но и на улице. Впервые в Duke Nukem 3D действие реально происходило не только в помещениях, но и на улице. Что я читаю? Объясните мне, пожалуйста. Движок Quake 2 не может, значит, сделать больших открытых пространств, но разработчики из 3D Realms нашли технологическое решение этой проблемы. Перенести игру еще на 5 новых движков и обосраться все равно. Да. О, так, чё, вот это вот самое важное, наконец-то, в конце. Представители женского пола в Duke Nukem 3D были в основном стриптизершами. Хоть были они всего лишь анимированными декорациями, на Западе это волна возмущения многочисленных родительских ассоциаций. Блин, я не помню, когда последний раз был какой-то реально аутрейдж со стороны каких-то родителей на Западе. По-моему, последний раз, когда я об этом слышал, это был фейковый аутрейдж, который я сама, создала, накрутила, чтобы попиарить Dead Space. Когда это было реально последний раз, мне даже фантазии не хватает. Значит, разработчики хотят сделать женские персонажи более живыми. Наделить их свободой действия. Дюк сможет действительно, ну это действительно, это аналог реально, да? Дюк сможет реально познакомиться с девушкой, а не просто отпускать пошлые реплики и швыряться долларовыми банкнотами. А че? Это было не знакомство, что нет? Блин, ладно, это... 2010 год, Дюк знакомится с девушкой. Потрясающе. Так, что-то ТД Катерина в Стиме вышла. Могут ли в будущем выходить и другие игры, играть в Сеги и Атлус? Я думаю, да. Мне кажется немножко странным, что именно Катерина. Но, может быть, они просто этим хотят подогреть интерес к Full Body Edition, который у них скоро выходит. Я не помню, Кивами так и не вышло до сих пор, да? Ее анонсировали просто супер давно, и я думал, что... Она вышла, но учитывая, что я не слышал, как ее люди обсуждают, может быть, и нет. Вот, мне Катерина не интересна, мне не очень она понравилась в свое время. Если Full Body на рецензию смогу взять, я поиграю, конечно, но у меня к ней есть большие претензии.
Где эти люди теперь? А, и чё, подпись? А, это Эстрин. Окей, окей. У меня почти не вызывает сомнений то, что Duke Nukem Forever будет одной из самых лучших игр 1998 года. Ее можно будет назвать монументальной в жанре 3D экшен. И пусть многие говорят о близкой смерти жанра и о Ларе Крофт. Duke Nukem Forever в любом случае станет классной игрой, в которую просто приятно играть, а не размышлять перед монитором о сущности эстетического наслаждения компьютерной игрой и о ее образовательной роли в обществе. В общем, господа геймеры, думаю, что самое время подготовить свои клавиатуры к приближающейся нагрузке. Слушайте, даже без коннотации, что Duke Nukem Forever выйдет через 12 с лишним лет и будет совершенно не той игрой, эти фразы, они сами по себе катастрофические просто. Да, 98-й год, жанр экшен умирает. Угу. Все еще умирает. Вот Рейдж родителей был вокруг задницы Трейсер? Да нет, там не было родителей, там были, по-моему, феминистки в основном. Они перехватили Outrage эстафету у родителей и с тех пор ее несут. Ну, мне кажется, что, типа, они, по-моему, говорили, что это слишком хорошая задница. Слишком, слишком провокационная поза, что ли? А, нет, это стало провокационной позой. Или было? Я забыл уже, что-то так давно было. I have a young daughter every day. Watching her call trailer, she knows who Tracer is. Ну... Треспассер действительно должен перевернуть все представление. Мне, честно, мне даже немножко интересно попробовать. Я не пробовал Треспассер, но все то, что я слышу, это то, что она реально суперреволюционная, опередила свое время, и вот... ей надо было выйти парой лет позже, и... ее дизайнеру надо было, ну, типа, поднабраться опыта, поумерить амбиции и реализовать с умом то, что он хотел реализовать, и тогда, наверное, все выстрелило бы очень хорошо. Я так думаю. А вы думаете, могут ли эпики перехватить крупных издателей и заставить их выпускать игры у себя? Ну так уже! Я думаю, что вопрос-то... Ну, то есть странный вопрос, потому что это уже произошло. Тут можно говорить о том, как бы уйдут ли покупатели игр Ubisoft на Epic Games Store или нет. Или, ну, то есть, как много приобретет Epic и как много потеряет Ubisoft? Скорее вопрос, мне кажется, так стоит. То есть в любом случае... В любом случае Эпиком будет лучше, а Ubisoft будет хуже. Но я, конечно, Division 2 не жду, не уважаю, не рекомендую заранее никому. Поэтому AI компьютера обещан продвинутым. Окей.
Блять, оно закончилось. Я, насколько помню, это, да, это был один из крупнейших провалов на PS1. Я в него не играл ни разу и не очень как-то хочу. Прежде чем я начну над этим смеяться, я отвечу про Ubisoft. Почему Ubisoft будет хуже? Потому что, ну, достаточно большая часть пользователей не уйдет со Steam. Все в Steam. Мы видели это на примере CD Projekt. CD Projekt думали, что вот, все любят Ведьмака, все хотят Гвинт, мы выпустим Thronebreaker чисто на Гоге, и люди пойдут к нам на Гог. Прошло 3 дня, и они просто в панике выкинули игру на Steam без анонсов, без всего. Просто потому что, бля, окей, ладно, люди, мы сдаемся. Вы хотите их покупать в Steam, вот вам она в Steam. И в Steam вроде бы у нее все как-то, ну, умеренно окей. Division 2 не будет в Steam, Ubisoft потеряет всех тех людей, которые не пойдут на Epic. Я не пойду, ну, блин. Я прихожу на Epic, чтобы у них эти тапнуть эти бесплатные игры. Потому что, ну, как бы они бесплатные, окей. От этого Epic только не приобретает от меня ничего и не будет. Как в Origin. Я купил свою первую игру в Origin за все, не знаю, 10 лет. Даже больше у меня лет аккаунт в Origin. У меня там игр 20. Я один раз отдал я деньги. Я купил по скидке Titanfall 2, потому что ее все рекомендовали. Но я не жду, что я на Epic Store буду также что-то покупать. Это Undertale и Жожо? Вау, окей. Black Ops 4 очень хорошо продавался в Battle.net. А, кстати, а что, а есть цифры? Я вот не знаю ничего на этот счет. Но тут еще такой момент, что... Battle.net, ну да, Battle.net, он, наверное... Ну, у эпиков, да, у эпиков есть аудитория Fortnite, которая больше, наверное, чем Blizzard-овская аудитория, но нафиг знает. Надо на самом деле, кстати, посмотреть, что, как там Black Ops дела. Как ты думаешь, много ли людей потеряли Activision? Ну, вот я говорю, я не знаю. Но идея в том, что... Мне кажется, здесь идея в том, что... Activision никогда не пыталась выставить Battle.net как... какой-то магазин, который будет воевать со Steam, куда там всем придется уходить. То есть она не делает, вот это я так скажу, она не делает чужие игры эксклюзивами своего стора. Мне кажется, это то, за что люди сейчас очень ненавидят Epic Games Store, и я, наверное, в их числе. Мне вот это мы перетащили себе разные эксклюзивы, мне это категорически не нравится. Я это не люблю. То есть точно так же, как я не покупал эксклюзивы, условно говоря, Xbox One, я просто пропускипнул эту платформу и просто помахал ручкой этим эксклюзивам. Также я по возможности буду... у меня примерно такое же отношение у меня и ко всем другим сторам, кроме... Какие? Ну да, кроме Steam. Epic может, да, подняться как Steam, он пытается. Но я вижу, что многим не нравятся его методы, и мне тоже не нравятся его методы. Бесплатные игры — это, ну, это слабый метод, но он не агрессивный. А вот перетащить к себе эксклюзивность... То есть Division 2 ведь он был в Steam, там можно было его предзаказать. Но тут Ubisoft и Epic сделали... И теперь все, Division оттуда ушла. То есть людям удобно это все было делать в Steam. Ебись, они даже мирились с тем, что из Steam запускался Uplay паскудный. Ну ладно. Но в итоге все пришло к тому, что... Теперь его там нет. Теперь идите к эпикам. Titanfall я, конечно, не играл, мне некогда. У меня сейчас месяц FF14.
А также второго резика и третьих Kingdom Hearts, так что мне есть чем заняться в январе. То есть конкуренция хорошо, да, но мне не очень нравятся эти методы. То есть, условно говоря, когда ну, на консоли, да, вот производители консольных игр, они там заключают сделки на эксклюзивность. Для чего? Ну, потому что там платформодержатели, они финансируют разработку этих игр, да, то есть эксклюзивы Sony, да, вот эти крутые штуки, ради которых надо брать PS4. Ну, сама Sony на них деньги дала, да, то есть мы тем самым, переходя на PS4, мы благодарим Sony за то, что она дала, во-первых, сделала крутую консоль, но во-вторых, то, что она дала денег этим всем студиям, которые сделали ваши эти любимые, что там, я не знаю, Uncharted и прочее. Но в данном же случае, да, мы имеем игру, которая создавалась полностью без участия эпиков, а потом эпики пришли такие, там, почесали юбиков за яйца, и все, здрасте, эксклюзив. Эта ситуация примерно, ну, в духе того, что было, что, во что вляпалась Square с ее Rise of the Tomb Raider. Это тоже была абсолютно отвратительная ситуация для геймеров. Да, то есть я прошел ребут Tomb Raider на PS3, я хотел Rise на PS4. Мне пришлось ждать год. Ну, я, конечно, да, я ее купил в итоге на PS4. Но я был недоволен. Со мной поступили по-свински, сказав, типа, вот только Xbox или соси хуй. Я недоволен. Мне такое не нравится. Если игры Ubisoft, как она сама объявила, да, Division 2 не будет выпущен в Steam, она сказала. То есть я, конечно, и так его не хотел. Но если бы я его хотел, я бы мог передумать его покупать. Просто потому что такое решение, мне кажется, не очень некрасивым. Мои слова звучат как слова лютого фанбоя. Дело в том, что я не фанбой, у меня нет какой-то особенной лояльности к тем или иным компаниям. Я просто считаю, что как бы вот если. Я еще раз подчеркну тогда мою позицию по эксклюзивам, да. Я не люблю, конечно, необходимость ставить там миллион лончеров себе, но если вы Epic, да, вы сделали свой Fortnite, в него все хотят играть, и вы говорите, только через наш лончер, я говорю, хорошо, вы сделали эту игру, вы это заслужили. То, что я ставлю ваш лончер и запускаю через него Fortnite. То, когда Epic приходит к Ubisoft и что-то там под столом им, не знаю, дрочит, и после этого игра Ubisoft пропадает из Steam и уходит к Эпику, я считаю, что это подло, и что меня лишают возможности приобрести игру там, где я хочу. Ну, в общем, а это дело Ubisoft, то есть я не могу сказать, что этим она автоматически теряет меня как клиента, но она подталкивает меня к тому, чтобы перестать быть ее клиентом. Вот примерно как-то так. Ладно, я остановился вот на этой странице, потому что Namco Fighting. И я не знаю, почему это Namco Fighting. Хотя, ну, очевидно, что речь идет про Soul Calibur, и очевидно, что это сиквел Soul Edge, потому что персонажи тут, ну, мы видим какие. Я не понимаю, то есть это реально у игры было рабочее название Namco Fighting, но я не верю. Вы можете, вот кто-то знает это, можете мне подсказать? Что интересно, у юбиков дрочильные open world. Да, нет, ну тут бесспорно так. Я действительно, последняя игра у юбиков, которая для меня была интересна, это For Honor. Вот, ну да, вот представьте себе ситуацию, что там вот есть новый Splinter Cell, да, и он там, он, очевидно, да, разрабатывается на деньги Ubisoft, Epic реально никак с этим не помогает, ничего не делает. Потому что игра выходит на всех платформах. И на ПК просто, вместо того, чтобы продавать там, где всем людям удобно, они берут и выносят его туда, где, ну, не очень удобно.
Я против такого подхода. Да, про роялти я понимаю. Но вот... А я не хочу идти к эпикам, да? Ну, вот, что, а что тут? Забыл, какой там термин для пробного названия игры? Ну, рабочее название оно обычно вроде называется. Working title. Вот да, вот это правильный поинт, что размер аудитории роляет больше, чем роялти. То есть у Стима есть огромная аудитория, которая, и значительная часть которой со Стима не пойдет никуда. И Юбики сказали, нам окей потерять эту аудиторию, то, что нам Epic дрочит, для нас важнее. То, что у Эпиков там лишние 18%, для нас важнее. Хорошо. Их дело. Но как человек, который играл в бету Дивижена, я этой игре желаю исключительно зла, и ее сиквелу я тоже, знаете, просто априори желаю зла. И потому что Юбики, по-моему, ничего достаточно рискованного и интересного, кроме, наверное, вот Beyond Good and Evil 2, и то есть к ней вопросы, не выпускают. Ну, уважение к этой конторе стремится к нулю. Пускай они сами дрочат свои open world. Вынос удивительнейший. Не, ну как бы да, крупные издатели уходят из Стима, но вот вопрос, куда уходят. То есть Ubisoft, да, вот очевидно, что сделал Ubisoft? Она же запустила свой Uplay, но она не осилила уйти из Стима. То есть для нее аудитория Стима была важнее, получается. А, и вы говорите еще, кто, кстати, ушел из Стима. Microsoft пытается сидеть на двух стульях, и никогда не понятно, какая их игра куда влетит. Sunset Overdrive вышла в Стиме, но я до последнего момента не знал, выйдет она там или нет. Я просто реально не был уверен. Ведь, по-моему, какие-то свои игры, да, Microsoft оставила с эксклюзивом своего Windows Store. У Activision приставки Бобби Котик все. Не, по-моему, Котик просто прогнал всех остальных. Что за трек сейчас на фоне играет? Future Land Feed Power Glove by Sonic Mayhem. А, ну Sonic Mayhem это же чуваки из Quake 2. Они крутые. Forza Герзы остались. А Герзы на ПК-то вроде бы и не выходили новые. Или я забыл, и они все выпустили на ПК, но я реально не слежу. Мне Герзы максимально неинтересны. Подождите, это серьезно? Хоккей и баскетбол на такую оценку? Я не вижу, правда, ни хрена. Разрешение совсем. Минусы хоккея. Американизированность. Кея в баскетболе. Минусы аркадность, упрощенность. Окей. Nuclear Strike, тупое говно. Минусы, не блещет сюжетом. Да вы серьезно? Она неиграбельная, блин. А плюсы? Хорошая графика, а ресурсы не жрет. Ну действительно, что еще от пекарей можно ожидать, да? Типа, если графон есть, а ресурсов надо немного на него, то и хорошо. Беседка разве ушла? F76 так себе показатели. Вот я надеюсь, что они обломают себе зубы и яйца на Fallout 76 и условный Rage 2 уже выпустят в Steam. Но мы посмотрим.
Мне интересно, по-моему, Elder Scrolls, да, и вообще предыдущие игры беседки все были в Steam. Если вот у них есть козы. Всем зашел новый Doom, и если они Doom Eternal выпустят только эксклюзивно для своего Bethesda Launcher, вот это, конечно, будет очень хуево, потому что можно пропустить много чего, да, но Doom, наверное, даже я пропускать не буду. И там мне, наверное, придется поставить его на Bethesda Launcher, единственный, которого у меня пока нет. Четвертые гирзы вышли, пятые выйдут. Окей, спасибо, буду знать. Секиро на ПК в каких сервисах? Они не сказали ничего, но просто вот, знаете, у меня какая мысль есть насчет того, что игры Activision в Battle.net. Две максимально мультиплеерные игры Activision в Battle.net. Такого, чтобы в Battle.net была какая-то тупо одиночная игра, а я так понимаю, что Секиро будет тупо одиночной игрой. Такого, по-моему, это беспрецедентно. Все игры Blizzard были мультиплеерными. Всегда. И у Activision только Destiny и... И да, и колда Black Ops в Battle.net. При этом Activision продолжает выпускать условных крэшей в Steam, не засоряя ими Battle.net. В Battle.net же, если он у вас есть, вы понимаете, что там интерфейс супер компактный, там всего там штук 8-9 игр максимум. И это все, что там есть. Потому что Blizzard мало игр, а Activision всего две туда впихнул. Так что я думаю, что дальнейшие игры Activision, типа Sekiro, будут в Steam вполне нормально. Microsoft хитрее. У МС остается UP версия в Storix, 86 версию в Steam спонсирует Nordic. А, ну это нормально. То есть для людей это главное, чтобы в Стиме что-то было. Я вот в этот УВП-версию я вообще не хотел бы. Хорошо, что Quantum Break вышел в Стиме, когда-нибудь я в него поиграю. Уже купил давно, но... Horizon? Наверное, про Sunset Overdrive. А, Forza Horizon. Да, и Sunset Overdrive еще вышел вот в Стиме, вот я помню. И что еще? Что у них еще есть? У них больше... А, Sea of Thieves. Sea of Thieves, по-моему, только тоже чистый. Для ее в Steam вроде бы да нету. Ой, я же это слышал сегодня. Вайпался с идиотами на этом рейде постоянно. Ну ладно, идиот ничего не. Когда PS2 доберешься? Решил посмотреть GTA? Чудовищно устарели. Знаете, может быть, когда-нибудь... Мне GTA 3 все-таки нравилось. Я давно уже хочу ее постримить. Но я не думаю, что как-то у меня руки до этого дойдут. Даже когда у Майков был курс 1 доллар, 1 рубль, я просто не пошел к ним это покупать. Ну просто, вот, честно, я не чувствую, что мне эти игры нужны и важны, что они мне что-то дадут. Я пропустил весь этот эксплойт, и мне пофиг было. Да, Quantum вышел в Steam, и это хорошо. Я вот о том, что Microsoft что-то сохраняет у себя, но, к счастью, какие-то игры она выпускает. Наверное, как раз такие, которые сторонние разработчики делали, а Microsoft была издателем. Наверное, их она позволяет выпустить. Ладно, Tomb Raider 2, давайте почитаем. Проинсталлировал я ее, запустил и задумался. Автор задумался. Уж очень она показалась похожей на предшественницу. Мне интересно, сколько раз задумывался этот автор на... По мере выхода второй, третий, четвертый, пятый, первый голд, второй голд, третий голд частей Tomb Raider. То есть чего он ожидал? Я понимаю ожидание того, что они начнут перерабатывать движок и геймплей, ну там, с какой-то части, но не со второй же. Ну типа вы чё? Да, минусы старой идеи. Итак,
она похожа на предшественницу, по крайней мере, в обычном неакселерированном режиме. А, эти 90-е. Ладно, что там? Враги выглядят правдоподобнее из-за увеличения количества текстур. Блять! Изменились интерьеры, тире. Большая часть действия теперь происходит на открытом пространстве. Изменились интерьеры, больше нет интерьера. Грехи остались почти те же самые. Героиня, стоя лицом к стене, хочет заглянуть себе под ноги. Зачем? В упор к стене в этой игре ничего не лежит. И ты видишь, что у нее под ногами, смотря на нее сзади. Или частичное пропадание за закрытой дверью. Окей, ладно. Нас ждет огромное количество новых, а главное, не похожих на прежние приключений. Только что автор говорит, что все выглядит так же, старая идея, почему-то приключения не похожи на... Вот как это работает, я не знаю. Купить эту игру стоит для того, чтобы насладиться современной технологией обработки изображений. Это Photoshop, что ли? Сука, блядь, технология обработки изображений, но это Photoshop. Да и просто для того, чтобы поиграть в свое удовольствие, ведь Tomb Raider 2 как-никак имеет сюжет. Пиздец. Тот же великий дракон. Реально, тут автор указан. Эстренсу, да? Нет, это Андрей Ковалев. Окей. Нет, то есть главный релиз года. Главный релиз года у них удостаивается рецензии на полстранички, на протяжении которой автор думает и половину времени говорит про 3D-акселераторы. Ёбаный в рот. Да, слово патч ей меня тоже покорежило, но я решил, что на фоне всего остального это мизер. Sonic R лишен 32-битных глюков, к которым мы давно привыкли. А есть ли в нем что-то хорошее? Блин, знаете, что на Blasto, на превью Blasto тут отведено было две полосы, на ревью Tomb Raider 2 половина. Итак, плюсы Sonic R. Полная свобода в трехмерном мире. Я не играл в Sonic R, но я просто нету большей уверенности во мне, что автор просто пиздит. Да, окей. Да, там была States of SimCity, я даже не стал читать. Резюме было It Fails on Many Ways. Кажется, так там было написано. Может, это в обзор ПК-версии? А другого не было. Мы же пролистали вроде бы сейчас специально. Мне так казалось, во всяком случае, что мы пролистали предыдущие номера, и игра вышла в декабре. Поэтому резонно, что ее обзор будет в январском номере. Поэтому я не думаю. Нет. Crash Bandicoot 2 лучшее продолжение аркадной игры. Минусы ничего принципиально нового.
Окей. Бля, Роско Маккуин, по-моему, вот я ее с Бласто путаю, потому что она тоже легендарно плохая и выглядит, ну, примерно так же мультяшно и криво, как и Бласто. Пандемониум 2. Минусы. Псевдотрехмерность уровней. То есть они единственную вообще какую-то фишку игры, которая ее отличала от всего остального говна, записали в минусы. Плюсы продолжения хорошей игры. Блять! О! Блин, реально, вот собрать эти клише из этих старых обзоров и скомпоновать в какой-то такой ультимативный игражур обзор из 90-х было бы очень интересно. Заниматься этим я, конечно, не буду, но... Игра осталась двухмерной. Однако можно продвигаться вглубь экрана. Каждый уровень обладает высокой степенью индивидуальности и выглядит как совершенно другой мир. Это придает Pandemonium 2 свежесть и увлекательность. Надо помнить, что плохое управление может испортить вашу игру! Цвета можно назвать прямо-таки ЛСДшными, но из-за грамотного их использования... Игра обладает особым шармом, блять. Слушайте, это же реально, это фантастический набор предложений, которые ничего не говорят. Блин, вы обратили внимание, весь текст игры, кроме слов про плохое управление, здесь все абсолютно позитивно. Весь текст обзора игру облизывает максимально шаблонными фразами, но тут ни слова про что-то плохое нет вообще. Оценка 6. Ниже стороны игр не ставят, но только там вот Роско Маккуин, Бласто, whatever. И в итоге, после вот этого перечисления плюсов, оказывается, что у нее единственный плюс — это продолжение хорошей игры. О, какой великий дракон, слушайте, это просто... просто невероятно. Не, я сам с неправильного употребления слова «аркада» летаю на пукане, но как бы... Здесь это настолько мизерно по сравнению со всем остальным говном, что там есть. Что. Вот мне тоже. Зачем перечислять какие враги на уровне? Что это тебе даст? Знаете, эта песня мне очень нравится, но мне очень не нравится голос, которым ее перепевают. Поэтому нет, извините. Да-да-да, вот в современной для меня стране игр мини-рецензии были, ну просто вот типа, ну есть игра, надо что-то про нее написать. Написать про нее много, это просто... Но все понимали, что тратить журнальное пространство под какую-то хуйню никому не нужную, ну вообще не надо никому. Да,
Ой. Ладно, наверное, это все. Я думаю, что в этом журнале больше ничего не будет. Страна игр, так сказать, не потребна огромная. Ее долистать даже не... Ой, ладно, нет, письма читателей это нужно. Но реально даже долистать сложно. Слушайте, смотрите, в январе Resident Evil 2 супер игра готовится к выходу. Final Fantasy 7 тоже супер игра готовится к выходу. Oddworld, по-моему, какая-то Oddworld готовится к выходу. Ну а страйки, конечно же, я убила, но мнения, нет, мнения мне не нужны. Автор-полководец Майкл, налог. Ладно, так, привет, страна игр. Вы обливаете грязью хорошую игру. Один парень писал про то, что Mortal Kombat не самая кровавая игра, а есть Time Slaughters. What the fuck is Time Slaughters? Именно Mortal Kombat показал, что люди будут играть в файтинги, и что будет много фанатов. Только после выхода первого комбата начали появляться всякие там Tekken и Virtua Fighter. О, это такой типичный correlation does not imply causation. Я еще не видел двухмерной драки, которая была бы круче, чем Mortal Kombat. И трехмерной драки более крутой не видел, чем Mortal Kombat 4. Можно пожалеть человеку. В нем такая графика, что делает Tekken 3... Что делает Tekken 3. И он такой капсом кровавый, три восклицательных знака. Фанатов комбата много больше, чем фанатов любой другой драки. Опуская Mortal Kombat, вы оскорбляете многомиллионную армию фанатов этой игры. Так что впредь думаете, что запятая, пишите 20 восклицательных знаков. А, господи, Mortal Kombat 4 уделывает по графике Tekken 3. Какой жопы этот человек играл. Ну, кстати, да, хороший вопрос. По-моему, там было написано, что это читательское письмо, или, может быть, ответ на читательское письмо, где себе, ну, как бы, автор Си мог позволить какую-то резкость, но в адрес Mortal Kombat. Но, типа, да, у них в статьях действительно не было... Совершенно никакой критики нормальной. Рубрика «Обратной связи» в Рено Браузе не дамся все откуда. Я не помню. Я не следил за ней, честно говоря. Так вот, да, то есть правильный ответ, конечно, звучит в том, что все японские файтинги, очевидно, срать ебали Mortal Kombat. Никто на него никак не ориентировался, и все просто следовали по... шаблону Street Fighter 2, который вышел раньше Mortal Kombat, чего фанат Mortal Kombat, очевидно, не знает. Как вам вокал? Мне не очень, если вам окей, я оставлю. Не, ну Mortal Kombat, в том-то и дело, самая большая проблема то, что человек защищает Mortal Kombat 4. Это же ужасно. Не думайте, что, запятая, я яростный фанат Mortal Kombat. Как это можно не думать? Учитывая, если ты фанат жанра драки, вообще не написано, какие еще тебе нравятся. Угу. Мой имейл щенок чатру. Еще исполнение какой-то Пит Тонти Мьюзик. До этого я скипнул песню Perfect Circle как раз про Major Tom из-за вокала. Эту песню про Major Tom тоже готов скипнуть. Ну, как-то нет. Крис Хэдфилд лучше сделал кавер.
Ладно, что там дальше? Не могли подсказать модемы? Не будем читать. Увлекся компьютерными игрушками. Что такое FPS, DPI, CPS? Понятно. Извините, а почему CPS это characters per inch? Как это работает? Pentium, Pentium, акселераторы. Когда выйдет Daikatana? Апрель 98-го, конечно. Нужен ли интернет? Ведь дорого. Хи-хи-хи-хи-хи. Самой перспективной приставкой на сегодняшний день является Nintendo 64. Пишет мне журнал «Страна игр». В качестве доказательства приводит список игр, которые изменят то, что на Nintendo 64 нет игр. Так вот, какие игры на нее выходят? Олимпиада 98, НБА 98, Ханкей 98, Mission Impossible говна, Mystical Ninja говна, Хоккей 98, Роботрон говна, Йоши, по-моему, так и не выйдет, я даже не слышал о нем ни разу в жизни, не знаю, точно ли он вышел вообще. Forsaken говна, Gasp говна, Quake не уверен, по-моему, тоже не выйдет, потому что я о нем тоже ничего не слышал. Супермен 64 просто убер говна, сноубординг говна, Банджо Казуи. Одна игра за полугодие, отлично. И дальше американский футбол говна. Шахматы. Шахматы от разработчиков Супермен 64 это то, что вам нужно. Tonic Trouble, what the fuck is that, даже не знаю. Gex, мультиплатформа, Турок, окей. Хотя Турок 2, конечно, смертоносное уныние, но пускай. Body Harvest не выйдет, по-моему. Conker's Quest, ну, как Conker's Quest он точно не выйдет. RTM Gym 3 Uber говна. F-Zero X худший из F-Zero, возможно, не знаю, не худшее, окей, просто интересно. Ну, или Ocarina. Короче, кроме Nintendo, никто не умел делать игры на Nintendo 64. И эту хуйню кто-то называл перспективной консолью, потому что на ней будет MLB Strike Zone 94, Quest 64, NBA Jam 98. Ну, как видите, список достаточно внушительный. Вот, сука, ну, блять. Ну, то есть, взять просто список релизов с геймфаксов, и представить его как что-то хорошее, ну это просто профнепригодность же. Господи, блядь, боже мой, так нельзя делать. А что там было про CPS? А никто не знает, что такое CPS? Что такое аббревиатура CPS? Я не знаю. A cycle per second. То есть просто герцы, что ли? Извините. Forsaken хорошая игра. Ну ладно, ну хорошо. Ну давайте я вам поверю на слово и проверять не буду. Кто там заморачивался с фактикой в русском игражуре? Ну... Ну а как без этого-то? Улица Конституции! Охренеть, блин! Я... Такую надо в каждый город. И оказывается, она только в Оренбурге. Так, что значит любят у нас пекари? Кармагеддон, Blood, Quake, Red Alert. Я бы не стал писать Немезису собакачат.ру. Причем обратите внимание, что это Немезис, который был Немезисом до выхода третьего резика. Это престижно. Эм...
Вот это хуже всего, когда вообще говорят, ищу друзей по переписке и совершенно не указывают того, вообще, какие у вас интересы. Или, например, просто перечисляют абсолютно все жанры, типа квесты, экшены, приключения, RPG, стратегии, ну что-то... В Великом Драконе, по-моему, было веселее. Там, конечно, анимешники быстро все оккупировали, но... Ладно. Почти уже хочу заканчивать. Сегодня, правда, очень медленно начинал. А этот журнал у меня, по-моему, даже лежит. Трагедия в стиле Real Time Zelda 64 Quake 2. Ну да, ну да. Та еще трагедия. Не пирать, сука, посадят. А БКП, о, Дон Маклюр кто? Стратегии, Warcraft, директор циклона с отверткой, которая вставит тебе в глаз, Апрайзинг. Не, вообще не представляю, кто это. Как создаются игровые персонажи? Это игровой персонаж? Миша Колбасников из Сноубола учит нам... Половец для первого квеста четвертого эпизода. Окей. Да, то есть художник рисует ему ёбычи красивые, а его потом видят в тремя пикселями. Именно так и создаются персонажи. Как это было? This is how mafia works. Надо быть, это самое, да, в курсе современных мемов, надо обязательно How do you do, fellow kids? Ocarina of Time, ну это превью. Если я буду доебываться до превью, это будет... И здесь Quake. То есть я много чего могу понять, но не Quake. Пожалуйста, не надо. Как Тиндер, да, хорошо. Блин, так это что, это все-таки обзор? А, нет, все-таки это будет не хит, а настоящее событие. Ну, странно тогда, что настолько ее облизывают. Ну, ладно. Да, сколько рекламировали Всеслава Чародея и в итоге не выпустили, да? Все эти персонажи, все эти половцы отправились на дно. Ладненько, давайте поскипаем до чего-то интересного. Трагедия в стиле Real Time. Ведь понимаете, и его станд еще закрывает с собой всю страницу. Да, мне тоже показалось, что это Тодд. Я не узнал Овчинникова здесь совсем. Ну, кроме того, что он размером со всю полосу, да. С другой стороны, эго у Тодда тоже размером со всю полосу, наверное. Как тебе идея стримить от винта и комментить? Не, не хочу. Там слишком много скучного. Для меня всегда бы это было скучно. Они никогда ничего интересного не говорили. Мне кажется, это недостаточно кринжово, чтобы это делать. То есть там не такая концентрация кринжа, и там... Свинг. Классическая логическая аркадная игра. Народная игра. Это Шарман. Я читаю вот это опять Дока.
Я это все читаю и понимаю, что вот я да, у меня есть этот номер, я его читал, и я не понимал, как это мне должно продать игру. Мне честно кажется, что это вот вау, 4. А, с этого номера, видите, они перешли в рецензиях на составление итогового балла как сумма оценок по 6 категориям. Графика, звук и я не знаю, что будет, интерфейс, whatever. Г, наверное, геймплей. О, оригинальность, не знаю. А, блять, слушайте, ну мы же... Если бы там было какое-то объяснение этих штук, мы бы... Нет, смотрите, это спецрепортаж. И это первая рецензия, да? Первая рецензия... Нет, это спецрепортаж все еще. То есть нам журнал, по-моему, не очень объяснил... Ну-ка, ладно, я сейчас... Это даже 8 секунд было. Так вот, я хотел посмотреть, есть ли здесь какое-то прелюдия, есть ли здесь, опять все слаб чародей, объяснение новой системе оценок, нет? С 1 февраля на форуме будут вывешиваться расписания читательских чатов и конференций с редакторами. Обосраться, лучше надо так. Нет, нет, ни слова нет про новую систему оценок. Я понятия не имею, что значат все эти буквы, да, какой-то спешл реально. И, ну, естественно, делать оценку из вот этой вот суммы говна, это просто... Ну, это преступно. То есть... Тут есть какие-то хорошие игры у них, наверное, нет? То есть идея в том, что... То есть они будут рецензировать в этой системе, например, там Final Fantasy VIII, да, и понятно, что в ней, в принципе, не может быть озвучки, потому что игра огромная, и озвучка там, на самом деле, не нужна, и многие фанаты даже такого мнения, что как бы без нее лучше. Но все равно из-за того, что нет озвучки, они ставят в минус игре это в категории звук, и от этого у нее там отлетает столько же баллов, сколько отлетело бы, если бы у нее там были какие-то промахи в геймплее, и им надо было бы, ну вот, блядь, Всеслав Чародей. Вот, вот уж, я теперь понимаю, почему это такой мем, потому что даже просто листание страны игр заебало. Так, ладно, что тут? Стримить демку Ризика 2? Нет, не буду. Я спокойно поиграю сам, она одноразовая, я не смогу ее перепройти, поэтому не буду. Как люди смотрели от винта на безрыбье. Нечего больше было смотреть. Я смотрел, и я был удивлен, насколько это бесполезное говно, но у меня такие же абсолютно мысли были от Супонева. Сюжет не оценится. Я не знаю. Я не нашел там буквы сюжет. Да, это хит. Ла-ла-ла. В области интеллекта протосы также весьма серьезно обогнали. Не знаю, протосы обогнали кого-то в интеллекте. Не уверен. Учитывая, что они батонами с этими совшами всех убивают. Вместо заключения... Блядь, теперь... Он уже даже... Теперь вся полоса, вы посмотрите, да? То есть полосы уже... Даже его ёбыча тут нету. Осталась просто шапка с картохой. И даже здесь Quake. That was a joke. Ха-ха. Fat chance. Aliens Online. Ха-ха-ха. Colonial Marines Online. Так. Uh-huh.
То есть такой интересный год, и они пишут про такие неинтересные игры. О, жанр Tomb Raider's Clone. Yes. Кто это писал? Тут есть? Подписано? Нет? Нет, в разработке не подписано, кто писал. Ну, хорошо. Я помню, у нее, по-моему, будет обзор потом, который ее уничтожит. Я не буду играть в ваши проклятые игры. В российские проклятые игры того времени ни за что. Да вообще в российские игры какого угодно времени я не планирую играть. Да, 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 да. Какая еще... А, это та контра, которая отвратительное говно. Ну, конечно. Shining Force 3. Я так понимаю, это та игра, которую на Западе выпустили в количестве одного диска из трех. Угу, угу. Трехмерность, цвета, деформация объектов, отражающие поверхности, дым, клубы пыли и грязь. Все доказывает, что V8 круче Twisted Metal 2. Идите в жопу, графоноебы. Ничего лучше на приставках в этом году не будет. Класс! Мне нравится, что это... А, нет, это Разумкин. Угу. Ничего лучше на приставках в этом году не будет. Ну-ну. В 98-м-то году ничего лучше не будет. Живя в России, недостаточно сложно понять, что есть важное, а что не важное. Но если человек в интернете, он должен разбираться, ну реально, то есть... Достаточно просто иметь доступ к сети, чтобы быть в курсе глобального дискурса. И в сети сидели и ключевые авторы и страны игры Великого Дракона. То есть без этого вообще никак. Вечно молодой робот Кишимицу. А вот, новая система выставления оценок после того, как их уже выставили. Ну, давайте, давайте посмотрим на этом. И, наверное, закруглимся. Давайте, может быть, в следующий раз продолжим с новой системой выставления оценок. Я просто не хочу затягивать стрим в этот раз. А потом, наверное, да, запомним, что мы дошли до системы оценок. Давайте оценим ее. И на этом, да, на этом закончим. Итак, первое, это, безусловно, графика. От ее качества зависит 90% успеха. Оценить ее будет легче всего. Ну-ну. Мне нравится, как сразу же про графику они начинают говорить про какое-то ЕГАшно-ВГАшное искусство. Типа... А консольщики чё? Ага, то есть графика оценивается по двубалльной системе. Звук. И мы не будем оценивать музыку, мы будем оценивать только пердеж звуковых эффектов. И поэтому максимальный балл единица. Окей, дальше. Третий критерий – это отзывчивость и интуитивность управления, а также интерфейс. 2 балла за интерфейс. Очень... Окей, очень неожиданно. Итак, самое главное – это геймплей. Что же тут? Если игра не предоставляет игрокам возможность получать бесконечное удовольствие, но все-таки имеет в себе достаточный уровень детализации, чтобы не наесть первый же день, она получит 1 балл за геймплей.
Так. А, у них еще и не по порядку это идет. Ладно. О! Если геймплей ничего с собой не несет, его ценность падает. Итак, о, это originality. Что же такое А? А это additions. Бонусный балл. То есть, вот, вы понимаете, что по этой схеме, мне кажется, ни у кого не должно быть вообще в принципе возможности получить 9,5 или 10 без того, чтобы автор подтасовывал скоринг и просто вот, ну короче, юлил. Невозможно, потому что даже в самых топовых играх, я не знаю, наверняка Карина здесь получит десятку. Но звуковые эффекты типа «хэ-хэ», я бы не сказал, что они там это заслуживают. Графика в Окарине, ну не знаю, я бы сказал, что некрасивая. Вот такое, да, и вместе с тем в FF8, я помню, за звук был 0.5, по-моему, да. А какие могут быть претензии к звуку в FF8, я не знаю. Поэтому вот эта система оценок настолько, по сути своей, грешна, она ставит... не совсем уравнивает, конечно, всех права в правах, да, то есть графика, интерфейс, оригинальность и геймплей здесь по 2 балла, звук и бонусы по единичке. Но мне нравится, что в данном случае оставшийся 1 балл мы будем присуждать игры за дополнительные заслуги, пишет человек, и сразу же в этом примере присуждает 1.5. I rest my case. Они сломали свою систему оценок в описании этой системы оценок. И да, здесь действительно 7 нарисовано, то есть... у меня нет слов, да, вот до этого мы... Можно много смеяться над тем, как люди того времени обсираются, пытаясь там как-то витиевато описать игры. Или пытаясь как-то аккуратно ее похвалить и ничего при этом не сказать. Или как они обсираются, когда они пишут вранье про то, что на самом деле в играх нет. И так далее, и так далее. Но здесь это вот полностью оригинальный контент, не привязанный ни к чему. Все, что им нужно было, это создать систему оценок, которая была бы когерентной, логичной и понятной. В итоге их система оценок не выдерживает никакой критики по своей логике. Она сверстана как говно, потому что вот это вот меняется местами, и это непонятно. Здесь есть критерий А, который вообще не имеет никакого описания. Нам захотелось накинуть баллов. Она сама в рамках себя не работает, потому что написано, что А максимум 1 балл, здесь 1.5. Тут в сумме выходит 7, тут нарисовано 6. Это пиздец. Этот пиздец один из самых достойных. Любителям пиздеца настойчиво рекомендуется, всем остальным игрокам тоже. В общем-то, все, что я хотел сказать. Давайте. Так. Спорил с чуваком, утверждаю, что первая паразитка говно, так как там локации слишком реалистичные. И никак во втором. Я тут спорил с животным, утверждающим, что там враги обычные чуваки. Давайте, да, так вот перефразируем. Откуда у пекарей музыка? Кстати, да, отличный вопрос. У пекарей же не бывает музыки. Поэтому они ее не оценивают. Ха-ха! Абсолютно пекарский журнал. Ну-ка, 9 или 10 получат либо только шедевры, либо те игры, которые созданы на высочайшем профессиональном уровне. А как у них высочайший профессиональный уровень добавит им 2 балла оригинальности, если это часть серии сиквел? Как он добавит при зрительских симпатий вашей редакции? Никак. То есть мы берем, условно говоря, какую-нибудь игру, которую все любят тогда, да, в которой, казалось бы, все хорошо, пускай это второй резидент, да, давайте попробуем, второй резидент, да, 2 за графику, хорошо, 1 за звук, пускай максимум будем давать. Хотя там озвучка просто сделана из говна мочи,
Но даже если мы так дадим. Интерфейс и управление. А управление, извините, танковое, разворота на 180 нет. А автоприцел по умолчанию, помню, не включен, его надо идти в Type-C ставить. Окей, все, управление, ну как минимум минус балл. Геймплей. Ну, а типа игра проходится за 2 часа, здешние авторы хотят миллион часов. Давайте за геймплей тоже единичку. Оригинальности нет, это клон первой части. А, я не знаю, что такое А, поэтому тоже ноль. Итого у нас Resident Evil 2 получает 2, 3, 4, 5. 5 баллов из 10. Ну, вот и что? Ну, короче, вот все, все. Все. Худшая система оценок. Не буду я смотреть Всеслава Чародея. Спасибо, не хочу. Пять баллов вполне резик 2. Не, ну идея в том, что на 98-й год, да, это была игра, ну на 8. Ну давайте я щедро скажу. Да, вот от нее можно отнять баллы за... Немножко отнять за неоригинальность и немножко отнять там за... как раз, ну, может быть, за управление, да, там, которое не самое лучшее. Но помимо вот этих вот минус 2 баллов, условно, потому что я даже не говорю что того, что она должна быть по дефолту 10 и потом отниматься. Да, но игра, очевидно, не идеальная. В игре, очевидно, много проблем. Например, с сюжетом, который здесь вообще не учитывается. Здесь вообще нет, ничего про сюжет нет. Ну, мне кажется, да, что на начало, на январь 98-го это была, да, игра на 8 баллов. Она была крутая, зрелищная, технологически продвинутая. Ну, вот все в ней было, что от нее хотели. Кроме, может быть, оригинальности и чуть более вменяемого управления. И все. Но по этой вот схеме она проваливается. Вот и все. Система оценок русского IGN хороша была. Ну, она, система оценок русского IGN, я ее просто прямиком адаптировал из страны игр последних годов. То есть в стране игр при времени это все было уже, была нормальная картина мира. Я бы так сказал. И я ее, да, я ее перенес на русский IGN, потому что, ну, лучше нет. И я придерживаюсь ее и сейчас, когда я пишу для условного Канобу. Правда, поскольку на Канобу нет половинчатых баллов, мне приходится обычно округлять. Я обычно округляю в большую сторону, ну, типа, чуть-чуть щедрее, чтобы быть. Но в целом все так. Да, я закругляюсь, давайте дочитаю чат, и сюжета в Паразитке почти нет. В Резиденте были документы с лором. Нет, тот, кто хвалит документы с лором в Резиденте, я желаю ему до скончания веков просто читать. Это пустопорожнее говно. Документы с лором — это одна из наиболее стыдных вещей, которые в Резидентах есть. Если в первой части это еще было относительно уместно, потому что ты не очень понимал, что там происходило, и это, может быть, добавляло атмосферы, то... В остальных частях, в половине случаев, это был или филлер, или хуй знает что. Ну хорошо, во второй, да, репорты полицейских были интригующие. Но они это тянули дальше и дальше и дальше и дальше, когда это уже просто потеряло всякий смысл. Героине осталось несколько... Ну, слушайте, ну если человек мудак и не умеет читать, я бы с ним даже... Ничего не продолжал обсуждать. Но если у человека такое восприятие реальности кривое, как бы, если он хромой на голову, ты не исправишь этого человека. Вот. Да, документы с лором — это действительно хуйня уровня «били, протерял бронежилет». Именно так. То есть в «Паразитке» все хорошо практически. Я уверен, что... Кстати, да, мы же скоро дойдем до рецензии на «Паразитку» в стране игр. И вот там я буду пить и орать, потому что, да, это Лорд Ханта наносит ответный удар. Унылый саундтрек. Не, ну точно, слушай, ну человек хромой на голову. Я так скажу, пожалей этого несчастного человека, просто пожалей его, да, и ну направь его куда-нибудь
подальше и поглубже, потому что, ну, его уже не починить. Да, этот человек сломался, нового не несите, пожалуйста, до свидания. Ладно, сори, что в этот раз, да, не так много, у нас был рекап старых номеров, потому что как-то все подзабылось. Продолжим с Quake 2, вот как раз отлично, да, продолжим с Quake 2 в следующий раз, через недельку. Я надеюсь, что в среду, если планы как-то сдвинутся, я обязательно сообщу. На сегодня все, спасибо, что смотрели, приходите еще, до встречи в субботу на... Я думаю, что в субботу, опять же, если что-то случится, я скажу, но я надеюсь, что все будет по расписанию. Да пройдем Half-Life. Пока-пока.